Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами канал Юбилейные Монеты. Сегодня на нашем канале я вам покажу вот такой вот лист. Это лист фирмы Коллекционер. Собрал вот такие вот монеты. Это монеты периода с 1961 по 1991 год. Номинал монет 1 копейка. Встречаются здесь также нечастые монеты, но не сказал бы, чтобы они такие редкие, но все-таки они нечастые и стоят хороших денег, можно сказать так. Такое вот у меня достижение небольшое, собрал весь лист. Сейчас я вам расскажу про эти монеты, что и как, и сколько монеты стоят примерно. Так, давайте вот, видите, тут разное состояние у нас. Есть также в штемпельном блеске некоторые монетки. Есть и, ну, я старался, конечно, собирать в хорошем состоянии, более-менее, но вот такие вот монеты. Есть и в штемпельном, ну, как бы разные состояния. Понятно, что сейчас в штемпельном не встретишь практически, потому что уже время довольно-таки много прошло. Но вот что имеем, то имеем. Так. С задней стороны, вот, естественно, у нас герб СССР, такие монетки. Вот, по-моему, в штемпельном у меня вот эта вот монета. Практически, видите, она у меня в штемпельном блеске. Ну и многие тут тоже есть, встречаются в штемпельном блеске. Отличное состояние. Или вот тут верхняя тоже вторая. Тоже неплохое состояние. Так, давайте посмотрим каталог. Обратимся вот к такому каталогу. Я уже заранее приготовил страницу. Номинал, видите, у монеты 1 копейка. Диаметр 15 мм. Толщина 0,9 мм. Вес 1 грамм. Металл медно-цинковый сплав. Гурт рифленый. Видите, есть и разновидность. Известна 1 копейка 1986 года в белом металле. В единственном экземпляре. Ну и показаны, конечно, московские дворы, как отличить. С правой стороны герба. Так, вот вы видите таблицу монет по годам. Ну, самая дорогая здесь, естественно, это монета 1964 года. Вот она у меня есть, естественно, копейка эта. Монеты я, конечно же, старался собирать в хорошем состоянии, но как я их собирал, например, попадаются монеты, как бы я их складывал, потом собрал основное тело монет, было много монет разных, и там осталось у меня примерно 7 или 6 или 8 монет, не помню точно. Ну и, конечно же, я начал их менять, покупать. Ну, естественно, что делать еще. И в итоге собрал лист. Вот такой вот. Вот такой вот у нас обзорчик небольшой вышел. У кого есть такие монеты, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Дальнейший розыгрыш на 200 рублей. Но если вы будете являться подписчиком моего канала, естественно, я сделаю хороший бонус. Ну, потом вы в следующем видео узнаете. Это выйдет видео в следующем выпуске. Так что подписывайтесь и оставайтесь с нашим каналом, с нашей группой ВКонтакте. Все, всем спасибо и всем до скорых встреч.